Чё, опа, нихуя. Такая стена. Что ты морёшь, сука, бля? Хуй ты морёб. Это Кузька так орёт? Бегает, поёт. Я ломал стекло. Не, хуйня. Что это было? User left your channel. User left your channel. Йоу. Так, камера-то не разграбляйте, блядь. User joined your channel. User joined your channel. Ладно, не будет. Бинты. А наш-то, Брэдли, какой, ёпта, правый, левый, если смотреть в ангар? Без понятия, сейчас разберемся, залезайте. МКТ на ДВ, прием. Давайте. А пачка, ёпта, что за ней? Слышно? Так, операцию слышно-то? Брэдли. Точно. Ну ладно. Куда ты, сука, пошёл? Пацаны... Зап на ДВ. Пацаны к западному, Брэдли, подтягивайтесь. А, я с Хантера тащусь. А Марк, как обычно, на вертушке, гад. Ты посмотри, с кем он там, кстати, на вертухе-то? Санчезом. Все влезли. Сволочи какие. Ты погляди, какой. Апач на связи. Апач на связи. ДТФ, давай. Апач там, блядь, трогает себя внизу, он пушкой крутит. Может, ДТФ вам попробуй. Нужны кому-то? Видишь, нет? За тобой вообще спугает. Хуйня какая-то. Смит, ты что-то... Ты что, вместе этим самым докупориваешь вискарь, блядь? Вместе с агентом? Да его, блядь, носят на... Гусеничный привод, мальца. Это какая 52 слева? Сейчас посмотрю. Да, какая 52. Залез внутрь. У нас впереди костер. А, над Дубровкой пролетел Апач. Там что-то не прыгает. Над Дубровкой К-52 пролетела, над Дубровкой. К-52 над Дубровкой, да. Живых нет, у нас будете. Где К-52, повторите? Поехали, блядь, да поехали! Поехали! Все ушел на юг. Да нет, а МКТ докладывается, бойцы готовы к Дубровке, одного хаммера нет уже. И, блядь, не подходите! Вы что будете, блядь? Пусть отбейте эту Дубровку, а! Поехали! Сука, я кого-то задаю, Бома. У нас один. Бегите, гудцы! Марка! 2-3 ДД метка! Все, видят, движемся к вам. Блядь, под огнем находимся, под огнем, братан. А у вас, Брэдли, отвечайте. Блядь, давай, уходи в леса, блядь. Да не добраться надо. А зовут Вест двигается. Я лечу, я остался лечить. У меня компасов нет, у меня только азимут. Отделение ТФ смещается на помощь ДД. 2-3 ДД метка. Да я его сам задаю, блядь, это охуенно. У Брэдли. МКТ говорит, там один наш боец остался, лечит раненых. Кого возможно еще спасти? Главное, не переживай. На запад двигайся, на запад сейчас. У меня нет, блядь, сторон света, азимут циферкой называй. Прямо так и едь, вот прям хорошо едешь. Агент смерти. Я знаю, это хорошо. Вертолет UH-60 сбит, повторяю, UH-60 сбит, за мной К-52. Ну ты чё живой? Да где тебя сбили-то? За точкой ДД. Марк, помоги нам, братан! Да заходим на вас, заходим на вас! Так, Марк там сзади сейчас чистит. Слышишь, что дурак, ты меня слышишь? Убирайся нахуй оттуда, братан! Я парта поднимаю! Блять, давайте быстрее! О, все, братан! Я живой! Тэнк, поцелен? Агент, братан, верно. Да, пока 52 стрелял. Скажешь, когда можешь тормознуть? Да тут там пригорел, особо не постреляешь. Ну, у меня пригорает. Давай, едем. Пойду пассу пока. На азимут 15 я его видел. Хорошо, Смит, так и двигайся, таким же азимутом. Южнее нас горка, давай, братан.
блять, Господи Иисусе! Он на вас снова заходит! Дурак, ты где? Сука, там чуваки пошли у нас. Штаб, это ФФ, разрешите выдвинуться ДД на помощь. Их отхуярил. Не, меня ранило. Парк, мы юго-западнее уже по зеленке, ушли по зеленке. Там два наших бойца на точке 2-3 ДД. Какую вертушку нас минус? Давай, давай, давай. Да. Так, Апач, я не... Подожди, какой тут информация, что вертушку сбили. Подтверждение есть? На 300. На 338 Апач. Нашу вертушку или вертушку противника? Это черный ястреб. Неизвестно, какую-то сбили. Вертушка противника только что стреляла по Брэдли ТФ. Где? Марк Апач? А, Брэдли ТФ были попадали по вертушке вражеской. Давай, 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 слышишь, так же ползи до дороги, потом на небо. Это ФФ на канале. Маркантар, мы ФФ тогда выдвинется через Гвозна к вам на помощь. 120. И ушел на где можно приземлиться стрелка взять? ФП может быть в районе Старого Собора. В районе Старого Собора. Блять, стрелок мне нужен, а не Старый Собор. А, налево, 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 давай, сейчас. Где я могу забрать стрелка? Стой, давай, давай, аккуратно, стой, машина, стой. Пацаны, на высадку, на высадку, нахуй, стойте, на высадку. Принял, иду к вам. Давайте двигаемся на юг, пошли. МКТ докладывает, разгрузились на 355-й, двигаемся внутрь Старого Собора. В пустошку въехал враг. Так, пацаны, в пустошке враг. Посмотри, куда въехал враг? Пустошка, пустошка. Пустошки, в пустошке враг. Хорошо, дублирую. Объяснил. Так, а вы уверены, что я смогу вас там забрать, тебе стрелка? Честно говоря, не уверен. Если противник в пустошке, то лучше вам вернуться к какую-то другую точку. Подможет боец быстро выдвинуться на север один? Сделать так, возможно. Пацаны, разбиваемся, коровник и кирпички занимаем. Две кирпички занять а и коровник. А вы в пустошке наблюдаете полностью колонну с БМДшкой этой? Кирпички? Да. Так, давай. Кирпички на юге. Смит. Чё? Поставил знак вопрос, какая-то техника под кустами. Смит, Брэдли. Смит, наблюдайте юг, короче, слышите? Слева пацаны? От этого, от выбора. Сильно ой, не высовывайте, справа от выбора, от старого была. Слева. Нас не может вертика, уже нас только не позволяет. А, это вертуха, где-то рядом пролетает. Наша, нет? Надо мной. Пачет-то наш. Это морковка летит. User left your channel. Блять, мы дизель на связи. Боту, блять, раскидались. Да, вы будете выдвигаться в старые, или мы будем отступать? Ты-то я, блядь. Ну да, вы со стрессом. Да, мы едем уже, скоро будем. Какого там? А, дизель, вы метка ваша стоит, вы двигаетесь к старому, так понимаю? Мы разделились. Да. Будем надеяться, что хотя бы. Которая ближе к аэропорту, можете выделить бойца одного? Блять, как-нибудь турок с Бартом, блять, добегут. Куда? На вертушку стрелков, у меня выпал, а либо его убили. Нет. Он говорил, что он лечит Барта. Барт потом, я говорю, я живой. То есть, возможно, они еще живы, блять. А МКТ докладывает, К-52 пролетает над старым, дымится. А этот, Кузька, над вами вражеский вертолет. Пилот поднял. Уходит на восток, уходит Апач, ой, К-52 на восток ушел, на восток от старого. Да идем за ним, мы его наблюдаем. Господи, а? Так, короче, держись, я пошел поссать. Блять, как бы чтобы меня не убили-то, ёпты. Турок, вы здесь, Барт?
Где засели? Вот напротив второй нас кирпичка есть. Мы на севере, в зеленке. Не-не-не, спускайся, да? Спускайся вниз. Они в коровнике с нами. От коровника на норд. Они прилетят вес прямо, поэтому можешь использовать против врага. Техника? А, наша, походу, да? Наша. Давай, Хаммер, за мной двигай сюда, давай. Вару, у вас там как-то по вашим стреляли. Сюда вставай. Сюда. Чутка. Все, хорош. Так, Барт, ты... Барт, за стрелка, короче, турок, высаживайся отсюда. Тебя не слышно. Давай, иди сюда. Я? Не-не-не-не, ты сиди за этой херней, блядь. Если что, короче, перетащитесь. Турок, занимай здесь кирпичку. User disconnected from your channel. На севере... Смит. Маркантар, южнее вас какая-то техника находилась, метров 500. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Возможно, уже ушли. Мы на юг от вас, пацаны. Турок, Барт. Стрельба. На саут-вест. Вроде бы как. Не-не-не, на севере. Да, на севере. Стрельба. Это на Брэдлик. Это наш Брэдли второй, походу. А, это Брэдлик ТФов, наверное, да. Брэдли уничтожили тигров Кабанина. Кабанина, смотрите тогда, пацаны. Смит. Тэнк. User joined your channel. User left your channel. Защитников выбора, пиздец. Ёб твою мать. Слышишь? Это ты видел? Там последний защитников выбора, блядь. Пиздец, да, да, там да, хрен да. На сопке какой-то, ёб твою. Блядь, кто это, ёб ты? Говорю, последний герой какой-то там выживший. Ох. Чё за взрыв? Непонятно. User left your channel. User joined your channel. Блять, Смита нету. Работали с юга, ёпта. Пацаны с юга работали. Смит, ты на связи? МКТ доглатывает, наш Брэдли уничтожен. Стреляли предположительно с юга. Брэдли ТФ, вы на связи? Пацаны, короче, с юга хуярят, блядь. Брэдли, ты на связи. На точке МКТ Брэдли, наш Брэдлик уничтожили, стреляли с вижу юга. Горячую технику. Это наш Брэдли, походу. Да, это Смит. Не наблюдаем вас, что ли. Стелс, братан, ты что? 355-я высота, 355-я от вас на юг. Да, пиццу должны привезти вот-вот. Принято. Смотрите аккуратно, стреляли с юга, короче, сейчас, наверное, скорее всего, будут заходить здесь. Вижу с той позиции, кто-то бежит. С какой? Где огонь? И только был Брэдли наш. Хуярью. Подожди. А где высадились по солнечному солнцу поставили? Так, тише, там один есть, да. 1-0. Все, убили. Кого убили, блядь? Под ствол с запада. Походу там... Все, пацаны! Ты же странный, Смита кто-то шел, братан. Все, пацаны, понеслось, блядь, пехота. Барт, работай туда. Хардкор, еще у тебя пицца приехала. Блядь, турок, на жопу Барта откати, слышишь? Назад откати, отработай прямо там вот по Брэдли, по нашему бывшему. Назад отъедь его.
на дорогу, обходите. Давай, давай, назад, 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 назад. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Еще назад. Блять. Там сзади щит, аккуратно. Ко мне, к дому подъедь. Барт отрабатывай туда на дымы, стоп, стоп, машина, стой. Назад чутка дай. Барт отрабатывай на дымы прямо сюда. Перезаряд. Хорош, 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 хорош. Проедь сюда, слышишь, дурак? Дурак. Да, куда? Стой, да я сам проеду, блядь. Стой. Барт, наблюдай. Туда же. Туда же, туда же. Я не могу, здание красное мешает. Пофигу, пока стой. Может, по ГПшить туда? Не надо, не надо. Там непонятно, что там было, блядь. Там вроде русский пробежал. Было дело, но там уже туда, блядь, пронахер. User left your channel. На 355-й замечен вражеский ЗИЛ, возможно, пехота врага здесь. 355-ю отработали с гранатомета. Надо вообще пойти бы туда проверить, если есть желающие. Я слышал. ГПШ. User joined your channel. User left your channel. Так, ДТ. Давай, подымайся, пошли. Турок, займи здесь мою позицию, сейчас мы пойдем прочекать. Стелс, братан, живой? User left your channel. Здорово. Asshole. Слушай, своим передай, чтобы не стреляли, мы сейчас пойдем посмотрим, что там на высоте. Ага, окей. Там, походу, уже другой Брэдли, блядь, поджимает, который север. Да. Давай, давай, давай. По вам трассирали башни с горы оттуда, с этого, с норта? Нет, сейчас мы идем туда, короче, с ДТ проверять. Мы видим вас. Хоть он по мне огонь. На вашу позицию. Взорвали ли Смита точно, блядь? Что это, Костя? ДТ, туда смотри. ДТ, поглядывай, поглядывай. Мне, блядь, мужики, мне кажется, они с запада уже зашли. User left your channel. А, сейчас осматриваю юг, юго-запад. Кузька, на вашей позиции, за домом, за югом, better. На нашей позиции? Где ты был? Кажется, да. Где ты остался, вернее? Да. ДТ, ДТ, ДТ. Принято, держитесь. Пусть Барт нас с этой хуйни слезет, блядь. Это нам работает? Да, 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 да. Да. Барт, давай ко мне сейчас. Ты ехал, Барт, сейчас, нет? ДТ, давай ко мне задвинься. Аккуратней, братан. Сколько здесь стреляют? Пошли, братан! Слева, слева, осторожно, стелс, слева. Стой. Там потом с гандоном, слышишь? Да-да-да, снайпер, походу. У меня в доме враг. Да работай, блядь! Барт, слезай с этой хуйни!
кирпичке, пацаны, на юге враг. ФФ, слышите меня? В кирпичке, где стоит Хамви. На юге враг, в кирпичке. Живой? Турок. Пока да. Барт, блядь, забаррикадируйтесь там. А мне огонь, я ранен. Турок, кого бомбил? Блядь, ты сказал, ты в доме, у тебя враги в доме, блядь. Алло, нахуй, я стрелял рядом с домом по тебе, значит, ёптурами. User left your channel. Ох, по нам, куська. Глушак откуда-то шьёт? Глушак с востока, блядь. Турок, живой? Да. Блядь, я думал, ты в доме, и к тебе пидорасы подходят, ёпты. Барт, ты живой, прием. Пулемётчик в доме сидит. А, он 1-2, в доме? Повтори. Альфа-1-2, вы можете цель указания сделать на противника? Мы отработаем. Мы просто не поймем, с какой стороны вас атакуют. Подождите, да, сидите, тут непонятно, тут прорывы по ходу оптика с 355-й, где наш Брэдли. И с юга уже подошли селения пехота. Сейчас отрабатываем. Принято. А, товарищ, вот смотри, справа от тебя. Умирали уже люди. User left your channel. Кучка, давай, может, все-таки в город двинем? Да, братан, я думаю, да. Давай вот справа. Сейчас. Да, сюда да, да. Обойдем. ФФ тут нет уже? Стой, подожди, так не высовывайся, блядь, давай. Турок, ты там... Нет, ФФ есть, ФФ внутри. Так, короче, мы с ДТ перемещаемся к магазину. ДТ, давай, брат. Что там в доме-то? Надо дом смотреть или что? Ну, там могут там быть и наши, могут быть и враги. Ну там уже гранату закинул туда танк. Ой, турок. 355-й стреляет с гондона, блядь. Все снял. Принял. ФФ и враг уничтожен. ДТ, давай сюда быстро, в подсобку нахуй. Ебаный пиздец, блядь! Давай на запад. Стой, так, блядь, сиди куда, блядь! По магазину работают, по магазину, блядь! Да не, они по... Я тоже, братан! А магазин не завалится сейчас? Не знаю. Пацаны живые есть? Опять пошло, пацаны! Блять, надо съябывать, ДТ! Блять, съябываем! Блять, быстрее! Принято, да, будем уничтожать? Хардкор и стелзы. Не наши, блять, контакты. Ёб твою мать, свои, блядь. Да, свои, ёб. Блядь, живой. Блядь, ФФа завалили. Переиспугались, блядь. Кто в хорошую, где? Между
зданий, которые разрушены. Угу, понятно. Так, по которому по мне хуячили, да? Угу. Так, короче, давай сейчас зачищаем. Если что, у меня труба есть. Я тоже. Блять, Иисусе, а. Блять. User left your channel. Бля, братан. User joined your channel. Вашего нечаянно гасанули, пипец. Сори, перестремались. Ваши ФФовцы еще есть? Я вашу ДВшку забрал вам, держите. Блин. Да, судя по всему, наших уже нету. Блять, вашего завалили дефы, короче, мы, блять, пиздец. Ну потом извинишься. Давайте тогда стягиваемся, может внутрь, блять, давайте там наши пока живые еще. Hey, wake up. Сейчас, погоди, по-моему, вообще моих нету. Живые есть? Я один. Рацию я с него себе так, забрал. Да я, видишь, я на трубу начал смотреть, блять, и испугался, и, короче, блять, по трубе начал стрелять, смотрю, труба, блин, ай. Кузька, какой ДВ-43-6? 50.5, если сдвига не было. Так, напротив кто-то бегает. Да ты, ну чё, доехал? У разрушенки. Это ФФ, походу. Нет, едем, честно. Да, это ФФ. Хаммер на севере. Блять, наш хаммер они что ли спиздили, блять? Мы на красную метку едем, северо-западнее нас. User left your channel. Кузька, ещё раз ДВ. 50.5. Блять, все просто покатилось к чертям, блять. Так, вот это уже пулемет, ПКМ. Да. На севере. Стой, стой, леса, наверное, блять. Если что, я с этим ФФ-цем имею связь, там я у них рацию забрал, так что. Так, хаммер наш заехал обратно. Бля, у меня стелс что-то походу встал и стоит, просто нихуя не делает. Можешь ему ногу прострелить? А, его походу выкинуло что ли? Ну, я остался, не слышу. На севере где-то. Ух ты, я ранен. Ты тоже левой рукой. Ох, рядом, рядом. Отползай назад. Я помню, отходи, турок! Отходи в эту самую, блядь. В коридор в этот отходите, хуй ты с ними, с теми окнами. Сейчас все лечусь. Да блять, отойди ты сначала в коридор, сейчас прошьют тебя через стену. Это я еще в том бою раненый, кажется, был. Я так и не понял, у меня ничего не было, только слышу, что краски пропадать начали. Вам вот так что-то звучок пригнал тут вооружение. Там. Это ты, что ли, последний защитник выбора? Да. Блин, братан, можно с тобой сфоткаться? Конечно. Пацаны, сфоткайте меня с последним защитником выбора. Сейчас меня осветили в ТБМП. Сейчас вам коллаж тут сброшу. На метке 2-3, да-да. Мало ли, кто предпочитает. Куда он? Да неизвестно, их две было. Одна, по-моему, на север поехала. Возможно, в замке. Кто находится в старом из наших? Кто поехал в старое? Это свои ТФ, наверное, машины? Это ты здесь. Да, какая-то вторая приехала. Какого судья? Просто потери. Вторая. Не знаю. Да вообще жуть, короче. Просто жуть. Но враг отступил, да? Ну, пока нету, да. Да техника там вся, на юге. Сейчас ждем, блин, будет прорваться.
Ну я пока с вами буду. Ну да, куда что будет. Я уже там, не знаю, все отбегал, я испугался, что вообще там в радиусе 5 километров никого из своих нету, а метки старые. Потом смотрю, у вас где-то рядом новая метка появилась, сразу поехал. Шепот поставил, его слышно вообще жестко. На шепот поставь. Мы сейчас к этой технике подходим. Посмотрите, не да-да. Подстрелите. Просто когда грузовики ехал, там орал, что свои. Да-да. А у тебя что, оптика, что ли? Окок? Да, я снайпер. User он, может быть, на 355-ю поднялся, там залег где-нибудь смотреть, не? Куда еще раз? Ну, 355-я, смотри, вон высота. User на севере. Что тебе здесь а, ну хорошо, это. Хочешь, ты выход наш классный. На севере?